Как искать решение, если его нет? Бессмыслица какая-то. Бессмыслица искать решение, когда оно и так есть. Речь идет о том, как поступать с задачей, которая не имеет решения. Аркадий и Борис Стругацкий. Понедельник начинается в субботу. Познание закономерностей реального мира немыслимо без знания законов логики и математики. Изучая математическую логику, вы познакомитесь со множеством интересных и удивительных вещей. Этот курс предназначен для тех, кто хочет знать, почему на самом деле Шерлок Холмс занимался не дедукцией, а индукцией. Кто побреет Бродобрея и как доказать, что вы Папа Римский. Мы представляем вашему вниманию классический курс математической логики в авторском исполнении, иллюстрированный оригинальными примерами. Вы здесь узнаете, что в отличие от естественных наук, которые изучают реальный мир, математическая логика изучает все возможные миры. Хотя в курсе будут рассматриваться сложные вопросы на достаточно строгом уровне, многочисленные примеры и пояснения дадут вам возможность освоить сложные понятия и теории. Знания, которые вы получите, необходимы каждому, кто будет использовать хотя бы минимальное творчество своей деятельности, связанное с математикой и программированием. Без логики разум бессилен, но вооружившись логикой, вы способны победить кого угодно.